Доброго времени суток, друзья. Я сегодня нахожусь в Валенсии на пляже в Пинеду на очередной пробежке. Ну и вот увидел вот такую вот картину. У нас был очень сильный шторм и выкинуло яхту. Вот так вот море, оно как бывает и ласковое, так бывает и опасное. Наверное, приедет спасательная служба, и яхту будут вытаскивать. Ну вот, друзья, до новых встреч. Что-нибудь еще увижу, обязательно вам сниму. До свидания.